Всем привет, мои хорошие! Сегодня предлагаю вместе полистать 15-й каталог Avon и обсудить план покупочек. На первом развороте сразу же интересна очень акция. Тушь с маслами и маска с частицами золота за 299 рублей. Девчонки, кто пробовал, расскажите, пожалуйста, стоит ли брать тушь и маску. Потому что акция очень хорошая. Но применить мы ее сможем, если купим любой аромат со страницы 5 и 7. У нас здесь представлен аромат Максима женский и мужской аромат. Мужской мне, кстати, очень понравился, а вот женский не зашел вообще. Будет на него акция, буду брать обязательно. Губная помада «Матовое превосходство» у нас идет по хорошей акции за 269 рублей. Это 13-я страничка. Я еще тоже ее не пробовала. Очень интересно послушать, девчонки, ваши отзывы. Кто брал? Насколько долго она держится на губах? И действительно ли это матовый эффект? 269 рублей. И еще даже мы можем получить открыточку ко дню мамы. Вот такую вот интересную, симпатичную. И также ко дню мамы мы можем взять любой карандашик для глаз. Или любую, точнее ту, что у нас одна новинка. 5 в одном. Но 3 оттенка у нее. Ультра-черный, черный, черно-коричневый за 299 рублей. Пока вот на эту тушь, девчонки, услышала только положительные отзывы. И, скорее всего, воспользуюсь этой акцией и возьму ее попробовать. Карандашик у меня есть из этой линейки изумрудный. Карандаши классные, стойкие, 159 рублей. Цена шикарная. Линейка Инью. Шок, цена. И тоже можем получить открыточку при заказе любого крема. Цены на самом деле классные, очень интересны ваши отзывы, а именно вот кто пользовался линейкой 35+, у меня пока еще не 35, но мне кажется, можно воспользоваться, он заявлен у нас как полное восстановление. Девчонки, если пробовали вот эту день-ночь серию, буду вам очень признательна. Многими любимая линейка Encanto также участвует в акции. Купив любое средство, мы можем получить открытку. Я все жду каких-то акций на эту линейку, но их все нет и нет, потому что мне невероятно сильно зашел и спрей для тела, и крем для рук у меня есть, и гель для душа. Все уже кончается, и хочется пополнить свои запасы, потому что аромат вот именно голубой линейки просто бомбический. Парфюм Petit также участвует в акции, но, насколько я знаю, отзывов положительных у этого аромата нет. Вообще все сравнивают с какой-то гадостью на самом деле. Не знаю, мне тоже не нравится аромат, поэтому даже за такую цену, за 499 рублей, брать, конечно, не буду. Little Black Dress Incandescence и также Pour Blanca участвуют у нас в акции. Я очень люблю аромат Incandescence, но здесь для него, на него не самая выгодная цена. 10 мл 230 рублей. А как будет акция, обязательно хочу взять и полноразмерочку себе в коллекцию, потому что аромат потрясающий. У него обалденный шлейф, он многогранный, он раскрывается. Я его вот прям просто обожаю. И вот он, мой дорогой дезодорант, набор дезодорант плюс аромат по специальной цене 549 рублей. Я буду брать, девчонки, однозначно. Знаю, есть много поклонников у аромата Cherish. Он тоже у меня есть в коллекции. Он действительно интересный. И я бы не сказала, что он многогранный. Он раскрывается не очень сильно, но он интересный, он стойкий. Он мега стойкий. Он у меня не выстирывался даже с одежды. Так же, как, кстати, Incandescence. Вот это акции я воспользуюсь с удовольствием и куплю этот набор. На 28-й страничке у нас лайнер для глаз, тушь для ресниц и средство для снятия макияжа. Девчонки, никогда в жизни не берите вот этот вот плохой продукт, скажем так. Это мягкоэффективная формула, деликатно удаляет макияж. Написано, все ложь, потому что жутко щиплет глаза. Это пенка, это вообще не снимает макияж даже с 10-го раза. Гадость редкостная, даже не пробуйте. Губная помада от MARC с эффектом объема по хорошей цене 199 рублей. Интересное предложение. Шок цена у нас на помаду суперстойкость. Говорят, конечно, девочки, что суперстойкости там никакой вовсе нет, но она неплохая. За 349 рублей я подумаю, может быть, и куплю.
Очень хотелось у вас узнать, девчонки, вот про матирующую компактную крем-пудру для лица. Действительно ли она матирует, насколько хорошо убирает жирный блеск? Потому что я ни тональниками, ни пудрой не пользуюсь, но иногда прям хочется, потому что кожа комбинированная, даже ближе к жирной. Если действительно матирует, я, конечно, возьму. Новинка. Карандаш для бровей, на другом конце которого щеточка. Я думаю, что это будет удобная щеточка. И карандаши у нас прям в четырех оттенках. Точилочка даже за 100 рублей есть, а карандашик 199. Я бы взяла попробовать светлый, очень интересно. Лайнер для бровей Tattoo Effect не по самой, конечно, выгодной цене, но хотела у вас тоже, девчонки, спросить, посоветоваться, насколько хорошо он прорисовывает и есть ли смысл его брать, потому что я заказывала такой с AliExpress, он что-то нифига не рисует, так его и выкинула. А здесь у нас новиночка, подводка и лайнер, два в одном, вообще это, конечно, круто. Можно рисовать, видите, и как тени, можно как карандаш, как подводку и стрелки, в общем, все, что хочешь. Интересная, кстати, задумка, если будет акция на эту новиночку, в следующих каталогах приобрету. Набор 330 рублей всего лишь. Это помада «Взрыв цвета» и лак. Можно подобрать себе прям на самом деле красивый наборчик. Для заказа нужно указать код выбранного оттенка губной помады и код выбранного лака для ногтей. То есть у нас получается такой длинный код. Я так понимаю, что делать это нужно быстро, потому что не всегда проходит вот такая фишка. 330 рублей, помадка плюс лак. Кто пользуется лаками, ну, хорошее предложение. Я просто пользуюсь только гель-лаками. В линейке Lux можно купить любой из представленных продуктов за 275 рублей при покупке двух. Классная, кстати, акция. Губная помада «Роскошь сияния», маскирующий карандашик, тушь. И помадка у нас получается, да, «Роскошь цвета». Я видела, что вот эту помадку хвалят очень девочки, так же, как и эту. Поэтому можно присмотреться к акции и что-то для себя из этого выбрать. Пудра в формате кисточки, кстати, очень хорошая задумка. Но я вот все жду на нее акцию. Мне кажется, такой продукт удобно носить в своей косметичке и пользоваться им крайне удобно. Но здесь, видите, всего лишь 3 грамма. Поэтому я, конечно, хочу подешевле купить ее. Большой выбор малышек у нас по 189 рублей. Здесь и лак 3 вида, люминаты, трекшн 3 вида, tomorrow, always life, life color. Ну, классный, богатый, конечно, богатый выбор. У меня много из этих ароматов в малышках до сих пор есть. Tomorrow, Attraction, но они вот мне не зашли. Мне очень нравится лак из тех, что представлены. И, пожалуй, все. Новый дизайн аромата Farway Gold. Здесь можно ощутить его на страничке. И будет на него шок-цена 599 рублей. Это у нас цветочный аромат, но я не очень люблю такие, здесь и чувствуется классическая нотка аромата Faraway, помню его еще со времен школы, аромат интересный, но я приобретать не буду, это не мое. Ароматы Full Speed и Man Age, мужские ароматы, а также Persif, смотрите, Виктори участвуют в акции, по 600 рублей можно будет взять каждый, если приобретем два. Ароматы Full Speed, я знаю, пользуются бешеным спросом, и объем у них. У кого 100 миллилитров, у кого 75, то есть эта цена такая вот очень даже бюджетная. Меня многие ждут именно Xeria по акции, и в этом каталоге будет такая акция. 279 рублей будет стоить каждый при покупке двух. Знаю, что вот такой вот сиреневый многие ждут, многие любят. Так что я буду заказывать, по-моему, даже 4 штучки мне уже написали, настрочили. Если у ваших мужчин впереди какие-то даты, смотрите, можно взять хороший наборчик Avon Care Man, бальзам после бритья, гель для бритья и комплексное средство 3 в 1, шампунь, ополаскиватель, гель для душа за 379 рублей. Ну, очень привлекательная цена. У нас появляется новиночка, это полотенце. Полотенце из 100% хлопка. Размер 1,30 на 1,70 будет стоить 900 рублей по ценам каталога. И размер 70 на 50, 400 рублей. Это хорошая цена, плюс скидка консультанта. Полотенчик выйдет за 700 с чем-то рублей. Вообще нормально. Вот такой плед пушистый за 1700 рублей. Я видела такие по 900, поэтому здесь, конечно, дороговато. Из распродажи очень понравилось
понравилась вот эта вот кофточка. 900 рублей минус скидка. В принципе, нормальная цена. Присмотрюсь. И размерный ряд здесь у нас прям богатый. Платьишки. Ну, цены все равно, конечно, пишут сейл, но они не бюджетные. 1400, разве это распродажа? Для деток, вот, да, за 340 футболочку, ну, можно тоже, конечно, взять и дешевле. Масочка вот эта за 59 рублей будет. Она у меня сейчас в тестировании. Это у нас для чувствительной кожи с ромашкой. И очищающее тонизирующее средство из этой линейки тоже 59 рублей. Крем для стоп все в одном. Скорее всего, воспользуюсь акцией, потому что крем для стоп еще в Avon не брала. Смотрите, полотенчик у нас со скидочкой вот этот идет. Но это не полотенчик, потому что полиэстер. Он не будет впитывать гадость редкостная, конечно. Лосьон спрей для тела с маслом жожоба за 129 рублей. Систему мгновенный лифтинг можно будет взять за 300 рублей при покупке товаров с определенных страниц. И можно будет заказать по специальной цене. Новинка The New Clinical. Это у нас разглаживающая сыворотка корректор с ретинолом. 0,1% там ретинол, это, конечно, маловато. И будет стоить она 999 рублей в объеме 30 мл. Заявлено, что вот до, видите, результаты после, кожи прям через 11 недель разглаживается. И также сыворотка с концентратом гиалурона. Тоже 30 мл, уже будет стоить 600 рублей. И вот у нас результаты после 2 недель даже исследования. Разглаживаются морщинки. Интересненько. И вот нашумевшая сыворотка с витамином С, будет она у нас по 700 рублей, без акций. Она неплохая, и я бы ее посоветовала обладательницам сухой, крайне сухой кожи, она подойдет. Я использую ее где-то раз в неделю, потому что ну, она очень жирная, прям очень-очень. Мицеллярная водичка у нас будет по акции 160 рублей. Это хорошая мицеллярная вода, она мне не щиплет ни глаза, ничего, в общем, ну все прекрасно, меня устраивает, макияж снимает идеально. Вот эти два средства мне тоже пришли, и я их прям обожаю, и буду брать, наверное, очищающее средство, когда будет акция. По 150 с чем-то рублей, по-моему, я их взяла, поэтому в этом каталоге они, конечно, дороговаты, можно взять их гораздо дешевле. Из этой же линейки есть матирующий дневной крем для лица и матирующий ночной. Девчонки, кто пробовал, пожалуйста, напишите свой отзыв. И также вот этот BB-крем. Потому что, ну, в целом мне линейка понравилась. Вот эти средства матируют ли так же хорошо, интересно, кто пробовал, пожалуйста, напишите. Шок цена на Avon True. Смотрите, здесь действуют желтые ценнички. На некоторые продукты, эликсир молодости. Слышала положительные отзывы на антивозрастной дневной ночной крем. Хвалят их девочки. 270 рублей. Хорошая цена. Грибы не берите. Грибы — это гадость редкостная. Вообще маска ни о чем, просто ни о чем. Никакая. Давно смотрю на вот эту вот линеечку. Здесь у нас скраб. А я вот хотела такой кремчик матирующий тоже попробовать. Говорят, что матирующий. Вот, матирующий крем для лица в тубе он у нас теперь получается. А, нет, они перепутали. Смотрите, девчонки, под кремом написано скраб, а под скрабом крем. Вот, действительно, крем в баночке. Вот, кто пробовал, девчонки, тоже напишите, матирует ли. Набор инструментов. 170 рублей. В принципе, нормальная цена, потому что, ну, я на AliExpress заказывала такой же набор из 5 инструментов, чтобы чистить поры вот этими вот петелечками круглыми, да. Он обошелся мне на AliExpress рублей 80. Ну, здесь вот скидка консультанта будет, в принципе, нормально. Если у вас есть угри, акне, набор очень хороший. Я просто вот зону, Т-зону чистила вот этими петельками. Ну, и, в принципе, нормально справляется. Шок цена на линейку Clear Skin для проблемной кожи. 129 любой продукт. Здесь тоники, очищающие средства, пенки. 400 рублей будет стоить набор продуктов. Скорая помощь. А здесь у нас крем для рук. Так, лосьон, наверное, для тела, я так понимаю. И бальзам для губ. И два лосьона аж для тела. Смотрите, 400 мл и 200 мл. И эти 4 продукта мы можем взять за 400 рублей. Хорошее предложение, в принципе.
Появляется новиночка Avon Chianti, возрастная концентрированная маска для лица. 115 рублей будет стоить. У меня из этой линейки крем для рук, и мне очень нравится. Он действительно питательный. Для моих сухих рук прям, девчонки, подошел идеально. Вот такие вот баночки многофункциональных кремов можно будет взять, купить. То есть для рук, для тела и для лица можно использовать. И смотрите, банка 400 мл будет стоить всего 250 рублей. Это по типу, мне кажется, таких вот баночек Нивея. Можно взять, и если будет мало питания от такого крема, в него очень удобно добавлять жидкий витамин А, Е или любую сыворотку, какую вы хотите, и использовать действительно для любой части тела. Любой продукт для ног будет по 110 рублей. Я обязательно присмотрюсь и что-то возьму. Мне девочки, я знаю, хвалили какую-то пенку, которая снимает усталость с ног. Но вот здесь ее, я так вижу, опять нет. Говорят, она далеко не в каждом каталоге. Бывает, буду ждать. Вот есть охлаждающий, кстати, спрей для ног, мята и алоэ. Товар запаса ограничен. Девчонки, кто пробовал вот этот спрей, напишите, пожалуйста, действительно ли он снимает усталость. Какая интересная новиночка у нас для фигуры. Массажная щеточка, смотрите, стоить будет 300 рублей. Это новинка, и уже запас товара ограничен. С одной стороны, у нас как бы такие силиконовые, я думаю, отшелушивающие, скрабирующие частички, да? А с другой стороны, роликовый массажер. Интересная задумка, кстати. А новинка — дисциплина волос прошлого каталога. Я взяла себе 400 мл по фокусу или аутлету, не помню, за 150 рублей. А здесь уже будут по 220. Я буду тестировать, девчонки, потом вам обязательно расскажу, насколько хорошо работают эти средства. И во всей линейке профессиональных шампуней-бальзамов у нас будет специальная цена на бальзамы-ополаскиватели. При покупке шампуня будет действовать скидочка. И в этой серии тоже, и в силу кератина. И также вот в этой линеечке, кстати, она у меня закончилась недавно. Сказать, что прям желтизну убирает, нет, не скажу. Но нужно дольше держать на волосах, девчонки, тогда хоть какой-то эффект есть. То есть не 3 минуты, а хотя бы минут 20. Еще одна новиночка — дезодорирующий спрей для женской интимной гигиены. И будет он у нас по 155 рублей. И можно будет его взять по 109, если купим средства со страниц 236-237. То есть вот этих вот. Если мы берем интимку любую за 155 рублей, то вот этот спрейчик будем брать по 100. В пенах для ванн появляется литровая новинка с ароматом, так, роскошная орхидея, и новинка у нас с роскошные цветы. И 249 рублей будет стоить любая литровая пенка. Хорошая цена. Гели для душа, как всегда у нас в конце со скидочками. Фитоукрепление бальзам спрей, очень интересный продукт. Обязательно про него посмотрю отзывы. И вот тут у нас «Собери свой уникальный набор». За любые три продукта 299 рублей отдадим. Смотрите, сыворотка «Драгоценные масла», сыворотка «Сила кератина», парфюмерная вода «Персив малышка», маска для волос, детский лосьон для тела, скрабик, гель для душа «Мандарин», шампунь-гель для душа для мужчин и лосьон-спрей для тела. Я бы взяла маску для волос. Я бы взяла, не знаю, может быть, детский лосьончик. Ну, 500 мл, наверное, гель для душа. Но вообще как-то ничего не приглянулось, ничто не запало. Не очень, мне кажется, выгодно. Буду брать шампунь обязательно. Новинка у нас появляется с арбузиком. Возьмем, потестируем. Шампунь или гель для душа за 99 рублей. Возьму обязательно. И на последней страничке у нас новиночка — силиконовые перчатки, защитный крем для рук. И остальные кремушки я возьму, конечно, скорее всего, попробую. Продолжительный защитный эффект обещают за 59 рублей. Просто потрясающе. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор каталога у меня получился. Если видео было вам полезно и понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Пока-пока!